Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня будет супер выпуск с БФами и Фантомкой. Напомню, что если вы хотите повысить свой рейтинг и почерпнуть очень много знаний по доте, то подписывайтесь на наш второй канал, который называется «Аналитика ошибок». Можете прямо в поиске YouTube так и написать. Там выходит куча познавательного контента. И если хотите повысить уровень своей игры, этот канал то, что вам нужно. Ну, поехали! Сегодня у нас Жора играет на Магнусе. Содик будет сейвить меня на Омники, ну и, собственно, я на Фантомочке. Чё, Магнус забирает? Ну, если хочешь, забери ты. Мне не стоит. Но мне не принципиально, на самом деле. Если хочешь, забирай. Забирай, мне пофигу. Ну, ладно, ну... Я все равно там, если плохо будет, я все равно догерами буду фармить. Даже не знаю, есть ли смысл мне покупать топорик. Сейчас посмотрим, против кого мы стоять будем. Ну, хотя у нас есть умник, в принципе. Можно и понаглеть немножко даже. А, пурманшин же теперь нельзя в боковой собрать. Ёлки-палки. Только об этом подумал. Косяк. Нифига, они там тоже стопали. Ага. Видимо, да. Ой, это репчик. Репчик. Ну, я сало сильно не погоняю. Ну, он как бы да. Нам нужно просто разбить ему лицо, чтобы он тут не стоял. Хотя вроде Джаггер пушит. Нормально. А давай ему лицо разобьем, чё он охренел что ли? Алло. Сынок, где он там? Шуруй отсюда. Да давай вторые, чтоб ты уже прыгнул. Нормально. Стили не пушится, это хорошо к нам. Да, Джаггер ее сам запушил. Вот. Давай здесь поддержим. Давай. Ну все, теперь можно. Главное не пушить ее и все. Крипов маловато. А куда? Подожди, он отводил что ли? Куда крипы делись? А может быть. А, не, все, это вот пришли новые. Бля, он пушит просто на устал. За ненасытный пацан. Думаю, чем быстрее зафармить, тем лучше. Блин, как они пушат, так нормально, я кстати, я всех крипов. Всех крипов зафармил нормально. Так, ну вот. Там отвоз сделал. Так пойдем заберем. Конечно. Хочешь, нападай на сало. Или на Джаггера. На Джаггера, да. Можно. Я пока тебя не хил, потому что. Ёпара, СТС, сатира просрал. Слушай, у тебя прыжок будет? У него ж крутилки сейчас нет. Да ладно, давай подождем третьего левела. Потом уже будем наглеть. Ну не знаю, я особо погонять их не смогу. Ну, ничего, сейчас подождем левела, мы их смерть еще придет. Тут главное не торопиться. Just what the doctor ordered. Ёлки-палки, капец, я крипов пропустил. Всех пропустил. Ладно, окей. Ну не знаю куда. А, вон они. Но он опять хочет отводы делать. А, он и сделал. Один крип отошел, походу. Иди сюда, Джеки.
Сейчас его можно мне побить. Все, отогнал. Блин, без топора неприятно немного фармить. Но он уже ко мне пришел, слава богу. Да. А чё такой наглый? О, не сейчас знаю, вот давай сейчас. Да, он наш. Сейчас. Замедлялочка, я прыгаю. Давай. В смысле? Больно. Что? Не убил? Нет. Пипец. Я не знаю, как он выжил. Это бред какой-то. Хочешь на шрань сходить? Он еще и отпивается. Я на тебя прыгнул, если что. Давай. Подожди. Пойдем. Все, пойдем на шрайн. Подождите меня. Стак. Стак. Так, я сделаю. Успеешь? Да вроде да. Блин, я не в ту сторону их повел. Не отойдут, наверное. Успел. Отойдут. Да. А, пойду руну заберу. Давай. Никто ж не забирает. Какая-то голда. Там, кстати, руну чекнешь? Давай. Ну, я бы забрал. Ну, скорее всего, не забирали. Ну, я сейчас посмотрю. Посторожу. Спасибо. ДД. Идеально. Пойду посмотрю, может, они еще и свою не брали баунти. Нет, свою забрали. А, у них же лесник есть. Ну, как бы, да. Лучше вали оттуда. Там может быть больно. Вот, стрясало, не хочешь на него? А тут еще и этот бегает. Да. Ну, в принципе, разок Магнус потом придет. Давай! Еще одна тычка. А что по счету? Я не знаю, может мне... Пассивку хотя бы в единичку взять. Хотя можно. Ты замедляешь. Да можно? Не надо. Ну, можно, на единичку один можно. Все, теперь могу по КД кидать хилы. Наступила ночь. Сейчас, короче, постою, стакну и туда тебе приду. Давай. Главное, чтобы потом тайт-хантер какой-нибудь не пришел и не забрал. Отходит, негодяй. Стоп. Серега, ты просил напомнить, знаешь? Я тебе правильно. Нужна руна? Да. Убирай. Мне бы до боковой дойти как-нибудь. Счет почти 10-0. Весело. Да. Кто тут лазит? Вроде не должны ливать. А он опять отводы делает. Еще в одного крипа отвел. Прыгай на него. Господи. Да я вижу. Господи, серьезно? Надо вард поставить сюда. Надо? Ну давай этого убьем. Давай я пофармлю вот этот стаж. Да, зафармить можешь. Ой. Спасибо. Да я думал, ты запрыгнешь. Че, бабахнем его? Я пошел. Да, на третий фильм. Я попалю. Ой.
Давай поставить. Так. А что, давай спушим? Да там кто-то прилетел, по-моему, нет? Ну, сами. Опа. Как Тайтхантер может даблкил сделать? Ну ладно, там уже Джаггернаут там был. Я понимаю, как он добил. Не, ну ладно, хотя бы Тайтхантеру, а не Джаггер. Он типа первым скиллом. Ой-ой-ой. Ух. Чуть крипа из-за крита не пропустил. Ай-яй-яй. Кстати, Сало где-то здесь в кустах, наверное, стоит. Да, ну, вряд ли он до сих пор здесь. Ай-яй-яй. Кильнешь меня? Лол, да. Джаггернаут меня убил. Ура. Да, неплохо так не подфидели. Ой, боже мой. Ну это лучше, чем 0.6 было. Да кто знает. Вон Гуля ходит. Вам на боте помочь нужна? Да ну нет. Смотри, можем убить. Иди сюда быстрее. Давай, иду. Он, правда, шестой, но тут сейчас крипы закончится. Он не залезет. Давай. Хорошо. Хорошо. Не знаю, пока ульту не буду качать. Давай. Ну да, маны не хватает, а так. Но репу пока по макшу. Серег, а Серег? А, ты же так и не упомянул, говорю про аналитику ошибок. Просто. Чего? Про аналитику ошибок ты так и не сказал вроде бы. Ты что, в самом начале сказал? В начале сам сказал. Да. Да. Я полчаса про нее рассказывал. В начале ты чего? Господи, ну. Это время такое длинное предложение было. Простите, простите. А наверх не хотим? Ну, РП-20. Я хочу так, чтобы ты мне на 13 вот здесь сделал. Ну, еще время есть. Так, что у тебя там ДБФ? Ну, в принципе, немного осталось. Да, еще далеко. Да, нормально. Не, ну вот стаки заформлю, и уже будет близко. Ты хочешь, и сейчас можешь. Давай это спушим. Да, надо тавр забрать, и будет хорошо. Пусть сюда катапульта подъедет. Чтобы ее можно было забрать. Блин, она опять в недосягаемости. Еще с тобой постою. Ого. Лучше бы на героев так криты вылетали. Было бы круто. Надо забирать эту дрянь. Ну да, халявная стоит, чего нет. Нет! Ой, хорошо! Хорошо. Короче, скверно. Так. А что там на 13-й? Мы не успеем стак сделать? Успеем, у меня ТП-шка есть. А я успею, я вроде добегаю. Да, нормально. Я сделаю. Я тогда здесь сделаю. Я надеюсь, что я сейчас стакну. Don't go, wait. Вроде да. Нет! О боже. Мне баф нужен. Где мой баффер? Умирает. Баффер умирает? Пойдем, наверное, дальше потушим. Пойдем, я пойду мид подформлю. Блин, ТП-шку я потратил зря. Они вчетвером на топе просто меня в глобал. Мерзкий. Баффер сейчас придет. Давай. Ой, как приятно видеть фантом буз БФ. У меня почти без... Такой старенький закуп. Душу греет. Ой, а нафиг я прыжок, надо было мясы вкачать. О боже мой. Ошибочка, ошибочка. Thank you.
максимум. О, хорошо. Бери. Ты забираешь эти стаки, можешь забрать. Да, давай. А, ну, давай, ты это делаешь. О, реген. О, я потом заберу его. Хорошо. Нормально, нормально. Я сейчас похилю. Нормально. Бах, три бас. Вот и БФчик первый. Подойди, так, ТП-шка есть, если что, можно куда-нибудь полететь. Так, ну 6 БФов, я думаю, на 30-й уже будет. Давай. Ну 20-й. Да не, 20-й не появится в любом случае, потому что времени не хватит оформить. Во, вот это сплэш, я понимаю. Совсем другое дело. Ну, я предлагаю одну РПшечку дать в кого-нибудь, а то что-то мои потеряли. Давай. Но у меня, правда, даггера нет, а я... Джаггер внизу. Бафнешь? А тут вроде никого и нету, на самом деле. Да они в лесу все у себя. Возьмем урона больше. О, стак, найс. Не шикарно. Нужен дайгер нафармить. Фарм как-то у тебя не забирать. Как это сделать? Даже не знаю. Пойти убить. Убить? Пойти кого-нибудь. Давай наверху подеремся. За Т1. Я нашел фарм на боте. Не даст у этого. А. Лол. Ребят, а на бот ТП будет? У меня есть. Стой, стой, у меня есть, я лечу. Тут шторм. Я лечу. Бафа, подожди, я... Репел, репел, дай. Не давай, не давай. Фантомки. Подожди, подожди. Я фантомки лучше дам. Хил дашь? Сейчас. Хотя, может и тебе. Давай тебе. Да мне сейчас не нужно. Похиляешь фантомку? Да. А, Джиггернаут за доджи. Понял. Он ультанул. И шторм ультанул в этот момент. Два ульта пролетело. Капец. Ах ты ж. У него маны нет. Он без маны сейчас. Похиляешь фантомку? Я захилю, да. Я захилю, да. Красиво. Себя? Хорошо, захилил. Блин, а вот вот, гуля, 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 гуля. Мы его тоже убьем. Конечно, убьем. Давай, а там еще сало идет, сало идет. Да под. И сало давай. Вот тебе и килл. Упс. Найс, притянул. Я аж добил от страха. Упс. Вроде неплохо. А, нормально, подрались. Более чем. Еще тавр заберем сейчас. И сверху сейчас тавр заберут. Красиво мутить. Неплохо, да, фармлю? Крипов. Просто с одного крита. Вся пачка. Еее. Вот нормально. Так, у них тут есть что пофармить интересное? О, отлично. Слушай, а может там Тайдхантер стакает? Хотя не. Подойдешь? Давай. 30 секунд РП, можно РП в кого-то бахнуть, а в кого-то положим. Бахнуть. Все попадают. Маны дам. Так, там вроде в миде можно. Криточек один закинуть. А ну-ка, давай, давай проверим. Стой. Давай. Ну почти. Смотри. С одним БФ. С одним БФом, но слабенько пока что. Да. Это же один БФ. Ну даггер есть, я готов равагу давать. Омник пусть равагу? Под сейве вот тут стоит. Ой, просто я устал. Омник не под сейве, а я РПшечку, да? Давай. Я байчу. Давай. Оу! Ну не спалили, наверное, что я поставил вард. А, это не он.
неплохо хританул. Че, прыгаешь? Найс. Хотя подожди, у меня ульта через 10 секунд. Подожди, мы тут. Сейчас будет это. А ты куда идешь, дурень? Ой, я глобал. Ой-ой-ой, успеете засейвить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, не трать РП, не трать РП, вали. Нормально, касочки заехали. Красиво, да. В итоге все сдохли, нормально. Ой, блин. На себя подпасть. А у тебя грифсов нету еще? Еще нет. Я вот столько еще. Чайка. Я не ожидал просто глобал и оборвался бы. Но там равага, я не должен был встать в рейндж раваги. Мне нужно было репл сразу дать, наверное. Дать. Я сюда об этом. Ты заберешь? Я вверху фармлю. Давай себе рот заберем. Да, вот это сражанам уже будет попроще. Блин, как же приятно с БФом фармить на фантомке, вообще просто кайф. Ну да. Он, кстати, тайт-хантер там. Когда их полтора. Сейчас будет второй БФ, будет еще приятней. На, держи. 900 крит на 20-й минуте, это нормально вообще? Все, второй БФ. А ну-ка, сейчас кинжальчик закину один. Крипчиков. Хамс. Ну если крит выпал. Вот смотри, Джаггер. Он же без ульты. У него ульта уже откатилась. Да? Ну пусть юзает. Еще это он ошибается. Как бы да. А раваки нет, он можно подпушить. Нет, нет. Подать. Так там и по идее и глобала не должно быть. А, я думал лучше крейти убить. Почти. Я просто в нее прыгнул, а ты ее от... ты его отвез. Не, но он бы улетел на ульте. Иди, пуш. Так-то я как бы его замедлил в этот. Он как бы не мог лететь во время скевера. Что-то, по-моему, мы сносимся. Да не, мы нам сейчас перелез, но вот тут, мне кажется. Под шрайнами нужно отойти. Типа РВ есть, но там есть уже равага и глобал и. О, я жертву вижу. Найс. О, глобал. Отлично. Можно рожаном пойти. Минус глобал. А можно вот еще забрать. Полтора косаря осталось. А чего у меня герой не бьет? Лоб. Бьет. Че, рожка забираем, да? Да, пойдем. Было бы неплохо. Получи 15 левел, чтобы у тебя отхил был, не? Сейчас бы РПшечку дать Сергею нормально. Да ладно? Не, ну я ее ботл взял. Нормально, крит. Это только второй левел. Царь 100 крит. Это сколько будет на последнем? Еще больше. 1265. Сейчас еще третий бф потратил. По два косаря будет, в принципе, не бф. Могу волю привезти. Бывайте здесь. А надо его не обязательно привозить, его можно просто убить. Ой, что-то я вообще. Он припалезет. Да пофигу. А сейчас наша, там да, next пачка идет, да, вот в этом он. Сейчас они он умрет. Давай. Ааа! Все, уходит, уходит! Боится. Ну все, так булочка твоя. О, а будет дармлет. Да, ребят. Ай, блин, не успел. А можешь подбайтить, типа ты. А есть рэпл? А у них же ничего нету, да? Ну, типа да. Не-не, все, не един. Вообще есть ульта. Что-то Хантер
побегал. Побегать легко. Ну, нам еще рано заходить, у нас БФов нету. Да. Да, давайте. Get back. А, он там что-то соло захотел ему объяснить. Блин, ну ладно. Так они сейчас вдвоем там снесут. Да не, им сейчас да сам не расскажут. Нет, убили, убили, ой, отлично. Я бы забрал бы. Так, вижу, снизу покормить можно. На тебе бат. Мне чуть-чуть осталось до этого. Грифсов. 500 голды. Как же с БФами кайф покормить вообще? Да, забирай. Ну да, типа, две тычки или одна даже. Так тебя оставить, наверное. Прогнали вы меня отсюда. Ну ничего осталось, потом мне больше уже ничего не надо. Ну я третий БФ уже готов. Уже готов? Да. Хорошо. Одного крипочка заберу. Все, сейчас эту баунти возьму и хватит. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, а что пофармить есть вообще? А можно баф мне? Да, я иду. Сейчас гулю через крипов убью. Если он останет. Да, если кританет. Думаешь, хватит? Но он уходит. Вот сейчас ты гританул. Хватило бы, мне кажется. Можно рвашку, рвашку, рпшку отдать. Ну тогда они снесут. Если мы сейчас их убьем, наши пацаны их снесут. Угу. Это не очень хорошо, потому что мы не сможем собрать. Вот если наши пацаны сейчас умрут... Они все потратят. Блин, ну они сами убивают. Сережа побегает. Блин. Я ничего не делал, я только похилил разок. Похилил, нифига. И ульту кинул. Все, уходим отсюда. Да вон они, вчетвером можно. Теперь можно. Вот теперь можно, да, теперь можно. Ой-ой, наглость какая. Наглость какая. А дашь вижу там на кого-то? Давай нести не будем. А вот будет РПШ? Да, у меня даггер КД. О, найс сплэш. Ну, да понял. Получай. Сплэшом убил. Найс. Не, не сносим, отходим, ребята. У нас план на эту игру, поэтому просто отходим. Хочется все-таки посмотреть. Надо 6 БФ. Ну, осталось... Грубо говоря, два. Вот это сплэш, я понимаю. Вот теперь крипочки ложатся просто. Так, сколько у нас там до следующего БФ остается? Сейчас посмотрим. Какой жагер убить? Да можно попробовать. На сём, дальше. Там шторм. А, у них там вакс стоят. Ладно, забей. Ой, какой приятный сплэш, боже. Эйля пропала. Ждем следующего рашика. Надо его убить. Как раз будут бабки. Ха, не успел топнуть лошара. Так, вот эти айтемы можно продавать уже. А у меня только слот. Слот не занимает. Продать. Продать. Так, нужен четвертый боевчик. Эй, крипов оставь. Ой, тут приятно. Блин. Я уже так без дела бегаю. Леса не хватает, я тоже. Я уже давным-давно. Ну вот и не надо вам фармить. Может этого напугать. Ой, я бегу, не знаю. Не, я не успею. Да не-не, я не собираюсь. Мне блин какой-то нужен. Можем подраться, не?
Кто с ним знает, надо ли? Спасибо. Дал. Пойду я их лес пофармлю. На, за бафом приди. Давай. Ломка без бафа. Ломка с бафом. Два костыря. Два костыря крита надо раздекать. Подожди, сейчас этот вард здесь поставлю. Героя вообще. Половина единицы команды точно. Сейчас, о, что, все. Варда не было? Ой, боже мой, что я купил? Это четвертый. Да. Это четвертый. Осталось два БФа. И все. А как бы мне теперь только дать грамотный РП? Там Роша не появился, посмотрите. Да нет, еще, еще. Что еще нет. Так, четвертый есть. Боже, что за сплэш дикий? На 2500 почти. Жесть вообще. Сейчас же еще БФ апнули после какого там третьего патча, да, 7.03? Ну да, да, да. Да, там 3% добавили, да? 5%, но суммарно, если 6-6 взять БФ, то это очень много. А у меня есть талант на еще на усиление второго. Смотрите, здесь вард стоит, халявная 100 голды, я пойду возьму, наверное. БФом сруби его. Да, кстати, да. Кстати, только что поставили. Ням. Ням. Соточку. Япс. Дай, соточка, соточка, еще одна соточка. Хорошо. Надо подраться. Потомку. Еще один БФ. С Магнусом нам негде денег брать. Ничего страшного, они вам не нужны. Да. Курьер летит, надо убить. А ну-ка. Ляпс. Амс. 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 Ой, боже, как это приятно. Получаешь удовольствие. Просто с одного удара большой СТР. Причем без критов. Со сплэша просто умирает. Посмотри, ты видел на его КП? Не, пацан, от сплэша любой вообще герой умрет. Да, единственное, что Магнус может РП сбросить. Слухих новостей. Так, что там у нас по Last BF? Ну, у нас только пятый сейчас будет. А, пятый, лол, это может стоит. Ничего, ничего, сейчас я по нашему лесу пробегусь. Да, ТПшечку туда. Сейчас я этих сначала захорну. Не знаю, что делать вообще. Ждем, ждем. Ничего, ничего. Просто мне кажется, с драки бы сейчас больше получили, нет? Ну, мы бы. Но они снесут, а они закончат, пойдут, если мы сейчас драку сделаем. Там Чаус наваливает достаточно много на его. Ну надо как-то, чтобы драка началась. Нужно просто подождать. Осталось совсем чуть-чуть, это уже пятый. Брысь отсюда. Ты чё, собакус? Почему они не хотят в соло пойти на фидер? Давай, короче, помогать будем форстаф от тебя. Давай. Давайте вижен, сейчас, блин, конешься. Они нашего Рошу забирают? Они что, офигели? Нельзя. Давай, ему Егис отдавать. Не пройди Егис. Блин, конечно. А, они его еще не убили. Забери ты Аегис, мне не нужен Аегис. Ты бери Аегис. Как раз, если вдруг не получится РП дать, резнешься и дашь. Не давай ему Аегу. Высоко, что с крипов. Хорошо, идеально. Где крипов много? А, блин, я далековато. В миде много. А ты не умеешь больше нам приближать? Так, пятый готов. Ульту хоть апнул. На троечке. Так, Серега, надо фармить. Много надо. Иду. Фармить. Что осталось? Пятый БФ летит. Все, последний БФ фармлю.
мне счет 0-0-12. Хорошо. Нормально. Шикарный. Сейчас в первого крипа даю дагер. Все остальные, кто сзади, просто ложатся. О, Джаггер. А чё ж ты уходишь, Джаггер? Блин, жалко, что Джаггер ушел, это было бы интересно посмотреть, что с его хп произошло. Если я дам каким-то случайным образом 3 героев в одного крипа РП, и ты кинешь крипа дагер, то все. 100%. Ладно. Это да. Все, последний БФ. Ребята, последний БФ. Не деритесь. А там файт, смотри, какой сладкий. Не-не-не, мы не деремся. Ой, еще и глобал потратил. Мы не деремся, нам нужно что-то. Сравага еще будет меня в соло. Успей зафармить. Успей зафармить СБФ, чтобы сравага не отходить. Ну вот, я первый раз нафидел. Содик, Содик. У тебя вся надежда была. Не, но они все потратили, хорошо. Равагу потратили? Они... Где-то 4.90. Не, по-моему, равагу не все, потратили. Все, я почти собрал 6 БФ. 34.40. Пол. Надо запомнить, чтобы мы не просыпались. Я не помню, равага была, но глобал точно был. Ну да. Глобал еще будет полторы минуты. Полторы минуты успеешь собрать? Нет, наверное, да? Ну, может, и Ну, на миде смотри, сколько фарма. Иду. Бафнешь? Тебе ж уже осталось, косарик. А ты можешь это продать, кстати, фейзики? Или ты хочешь... Ботинок, да. Да, но я хотел их, да, перетаскивать, чтобы быстро быстрее бегать. Тоже верно. Ты, конечно, все равно в ботинке, ой, в этом рюкзаке будут. Не, ну типа, да, когда будешь добегать до цели, вот отсюда, вот, допустим, бежит, чтобы не бежать отсюда, а смоспит. А, ну это ноль. Да. Блин, вообще жестко. Ну все, сейчас. 600 голды. Твой лес зафармит сейчас. Содик, не друга лес. Евгений, пожалуйста, Женя. А чьи это ТПшки во мне? Блин, пойдем в мид, не бойся. Пойдем. Все, есть 6. Нет, 200 голды 200 осталось. Голды. 200 голды, да. Вот твои 200 голды. Да, это они. Все, я готов. Все, мы готовы. Все. Мы готовы. Есть такая идея, что Содик, типа, запишет, ну, нажмет паузу, типа, скажет, что залагал. Ты видел ХП Джаггера сейчас? Так, все, я тапок переложил. Я иду. 6 БФов готовы. У Тайда мека есть. Нифига там варды ставятся. Я могу репл кинуть. Прыгнешь. Да не, я дагерами пооткидываюсь. РПшечку надо как-то дождаться хорошую. Надо, чтобы кто-то забайтил. Ну я же говорю, может Женя забайтит? В принципе, ну просто тогда он не сможет. Он такой зайдет, у него есть репел, да. И ульта. Он переживет все, что у них есть. Если все грамотно. Давай, просто ломай Жека. Репел на себя кидай и бей. Да заходи, не бойся. Нам нужно зайти, нам просто необходимо зайти. Вот, глобал потратили, отлично, отходи. Отходи. Сейчас ждем. Пойдут. Ай-яй-яй. Ну все, я сдыхаю. Ага. Пятерых. Давай, прыгай. Бам-бам. И рэпэч. Ой, это рвашка. Твой рвашка. Пэшка. Все красиво. Сорик, молодец. Дрался как мог. Ай, главное, что... Все на себя принял. Ну да, в этом и фишка была, так бы они пятером не встали бы. Так, а мне сейчас будет рефреш, еще раз можно их лопнуть. А давай, подождем. Дубль 2. А я тогда сейчас продаю шмотки. Покупаю рефреш. Сейчас уже конь рефреш. Продаю его. А можно прям на фонтан дать, если не мафика будет стоять. Я хочу гаспус купить, куда. К тебе летит кто-то, нет, не летит. Стреляешь?
Так, сейчас ресаются уже, сейчас уже все ресаются. У меня уже есть. Хорошо. Надо ждать. Да что это за... А там есть? Ромага есть? Стой, не надо, Серега, не надо. Да, Ромага есть. Серега готов? Подожди. Да. Да, готов. Блин, он его сейчас убьет. Ай-яй-яй, Джаггер ультанул, а да, этот сбрось. Посветите, посветите. Со сплэша убил, со сплэша убил. Танкуй, танкуй. Еще один, еще один. Где он? Вон. Вижу, он мой. Ну, хорошо, все, могу умирать. Я еще и выжил. Соник, хватит себя хилять. Я не знаю, что я на вас жму. Двойной клик проработает, мне тоже такое было. Все, дабл рампаг. Хороший конец. Все, вроде все четенько. Идеально, мы с задачей со своей справились. Сестра. 6 бэфов, точно? Да, конечно. Не обманываешь? Можно сейчас все продать и 6 рапир купить. Слушай, а у меня не хватит денег. Ну да. На 3 хватит. Ну у меня 7700 денег. Смотри, там ВД. Давай, даите репел. Еще. А, хотя там один только этот, шторм. Давайте, попробую привести. Хотя можно подождать 52 секунды. Да не, сейчас понял, что все. Серега, будешь помогать? Я там кого-то сплэшом задел. Трэш, трипл килл. Боже, какой сплэш, дичайший. А его? Оу. Чел скританул. О, слишком быстро. Слишком быстро. 24. Ставьте лайки, ребят, если понравился видосик. Спасибо, всем пока-пока.